Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Так, ну что, все мальчики готовы? Да, и мама сегодня сделала вот такие красивые поделки. Папа. Ну что, Афонечка, только повыше поднимай, ладно? Все, Афон, пошли. Мам, пока! Пока, сынульчик. Снег! А у нас же сегодня праздник, да? Да. У нас же сегодня снег. Пошли, посмотрим. Мам, папа, давай это у нас будет на год. Давай, папа, возьми вот. А-на-на-на-на-на-на-на. Бля, как съебать так Вера выскочила, мне холодно. Ты говоришь, как будто я голенькая, я снег. А кто тебя видит? Ты-то... Красноярский край, это чудо! Снег! Новый год! Ёлка во вторник. Так, делаем сегодня котлеты из индейки в духовке. Я учу, уже выучил. Точно? Пойду сейчас сон в снежки играть. Да. Тебя откинусь. Я тебя только фаршем могу беречь. Из котлет. А, если так, Григорий, давай, бери. Ты его сразу пожари мне в рот. Хорошо, спасибо. Гриш, а пока лучше бери книжку и давай в декабре, в декабре. В декабре, в декабре, все деревья в серебре. В сентябре. Все, я налепила котлеток из индейки. Сейчас это все в духовку. В общем, здесь просто индейка через мясорубку, фарш, лук и чеснок, соль, перец. В общем, ничего. А, и два яйца я еще добавила. И все. Ничего теперь такого. Все слепилось. А вот мы вчера заходили в Макдональдс. Покажи, какие попались шейкеры, мейкеры. В общем, стаканчики здесь. Сначала мы думали, что это тарелочка. А ну-ка, открой. Ага. Тарелка и стаканчик. Мы потом глянули, что у нас дырочка для трубочек. И еще две дырки. Ну, это чтобы... В общем, да, 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 циркуляция была. Так что это вот такие вот стаканчики, которые закрываются. Мне от этого отличка пугает. Покажи. Чуть-чуть. Так, все, беги. Бэтмен. Доучивать стишок, давай. Так, котлетки готовы. Уже ну да. Я уже даже поесть их успела. Ну как они тебе, вкусные, Гриш? Понравились? Поделочка висит, Григория. Сейчас понесет ее в школу. Так, Гриша собирается. У нас еще одна орхидейка. Я не помню, я вчера ее показывала или нет. В общем, на карточке на подарочной у Сержу не осталось. Как раз на орхидейку. И мы решили, чтобы не оставлять там деньги. Эти 400 рублей. Чтобы не экономить. Мы купили вот такую вот лимонную орхидейку. Я прям мечтала о такой лимонной. Гриша! Долго. Дело. Вся семья была задействована. Я молодец. Сам. Красиво, да, я сделала? Офигенно. Угу. Я раскрашивала. Обалдеть, как красиво. Как я люблю, когда ветки все в снегу. Сейчас машинка достиралась, и гляньте, что я увидела, что я постирала свою брошку. Но вроде бы ничего с ней не случилось, я забыла ей снять от рубашки, отстегнуть. Ну, то есть она хорошо, прям качественно прошита, ничего, нигде. Это единственное, от кожи вот какая-то такая черненькая краска, как мне кажется, да? Вот тут. Ну, в общем, а так ничего не распоролось, не отпало. Бусинки все целые, так что она стирку прошла. Представляете, все, 12:20, зима закончилась. Вечером началась вчера, наверное, ночью. И все, в 12 часов уже все, зимы нет. Да, мы сейчас еще до Коли заедем, давай одевайся. Здрасте. Давай, 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 котик. Так, тебе помогать, сынок? Ну ты положи, там же еще с тобой кто-то в шкафчике. Это, наверное, ж того мальчика. Да. Ты все сам? Так, Афонин рисунок. Домой уже? Да.
Нет, ты сегодня поедешь, и Антоша, и папа, до дедушки Лёши. А мама с Гришей завтра поедут синюю полоску сдавать на карате. Mm. На поясе у Гриши теперь будет синяя полоска, да? А ты сегодня поедешь вечером до дедушки Лёши. И до бабушки Гали, и до бабушки Таи, да? Да, там поспишь, да? Да. Там же хорошо? Да. Ну, там лужа. Мама, прыгал. Угу, ты прыгал? Да. Мама, поняли. Забрали, сейчас повезем поделки на елку, да, в нашу администрацию. Мама, там... Еще целая коробка. Обалдеть. Да нет, туда ж в администрацию, они ж будут на елку вешать. Так, мы приехали до Коли, поделки отвезли в 6-й кабинет. Так что будем ждать теперь призов, да? Афонечка разбывается и руки моет, да, Афонь? Тихо. Огонь, да. И вот это привез. И вот это привез. Его кто-то привез? Кто-то его привез. Кто? Правильно. Да, папа принес. А где он его взял? Мам. Где таких дают? Там больницы дают. А, да? Так, тетя Вере, так скажи... сколько стоит? Может, они за деньги там дают? Сюда? Мусорку, мусорку. А тетя Вере, скажи, пусть поедут в больницу, девочку себе возьмут такую, как ты. Нет. Такую красавицу можно? Можно нам такую красавицу? Нет. А что, не дают там девочек? Да. А что? А почему? Ляю дают. Аккуратно, Фончик, аккуратно. Почему ляю дают? Я не знаю конфету. А тебе можно? Да. Так, а почему тебе Вере не дадут лялю девочку? Им же надо еще девочку. Не дадут? Мне надо. Почему? Он любит конфетки. Не, он не любит, он еще маленький. Он любит конфетки. Я люблю конфетки. Ты мне дашь? Нет. Тебе надо. Ты мне дашь? А ну, дашь? Зенька, ты только иди на кухню, сядьте с Афоней и там кушайте, хорошо? Там чай, я видела, стоит. А я могу еще. Я тоже могу. Зоя, так открой ему. Руки будут грязные. Ты кушать хочешь? Какая у него головка? Ты хочешь кушать? Ты только кушаешь. А ты откуда все знаешь, Зоя? Я не знаю. Так мы уже дома, я сделала бабушке Гале подарок. Вообще вот эти листики я видела, что делается из гофра, бумаги, но почему-то у меня именно зеленой не оказалось, поэтому вот такая вот упаковочная для цветов. Вот такой вот ананас получился первый раз. Антошка уже ждет, когда ехать до дедушки. Ушел почти, кстати, килограмм конфет. Вот брала килограмм, и здесь немножечко осталось. Композиция для фотосессии нашего ананасика. Здоровского. Мне он нравится. Вот. И сейчас будем фоткать его. Так, все, фотосессия закончилась. Теперь собирается в пакетик и едет к бабушке Гале с дедушкой Лешей наш ананас. Так, все? Пап, только аккуратно, там тарелочка. Вот это надо подниз. Давай я этот пакетик возьму. Там же все бутылки, пап. Они, мне кажется, сейчас бахнут. Папа. Пап, если они бахнут, то им будет все равно. Так, пошли, Антоха, я буду вас провожать. Давай, ты свой рисуночек. Ну, а я же дома с Гришей же буду. Пошли, 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 сына. Так, я всех провела. Сейчас еще Григория забираю. Так, ну как ты там, сына? А что ты мне не купил йогурта? Поехали, я тебе куплю. У меня 30 рублей осталось. Да, ну поехали. А он сколько стоит? Я не знаю. Если что, еще 10 рублей дашь. Все, у нас с Григорием ужин вдвоем. Не при свечах, конечно, да? Потому что каша с котлетами. А что сегодня была в школе на обед, Гриш? Не каша? Нет.
Вообще гречневый. Да? Так, а у нас уже ночь. Я пеку пряники, свозила Гришу на карате. Я даже не помню, я, по-моему, ничего даже не снимала. Все, они подсохли. В общем, я их подсушиваю. Для блеска и для скорости, естественно. В духовке 50 градусов, конвекция до 10 минут. 7-8, вот так вот. Если маленький какой-то участок, совсем там 3 минутки. Такие вот пряники. Это будет набор для девочки на день рождения. Несмотря на то, что Новый год, да? Во всех вот таких девчулях, конечно, играют большую роль глаза. Сейчас я телек прикручу. У меня тут голос. В общем, во всех вот этих девочках играют, конечно, огромную роль глаза, поэтому как только появляются глаза огромные, красивые, то они сразу оживают. И здесь будет написано «С днем рождения», «Пожелания», еще один сейчас пряничек. Он... Я сейчас уже всех залила, и получается буду делать вот такую вот окантовочку, для того, чтобы не было видно край. Пряника. То есть красиво, когда есть какая-то кружевная, либо в точечку, какая-то вот такая вот красивенная окантовочка. Так, теперь начинается самое сложное. Здесь на вот этих вот пряничках осталось сделать только зеленые листики для большего, как бы, большей выразительности, что ли. А вот этот вот расписывать кисточкой для меня это самое-самое вообще сложное. Кисточка, но будем пробовать. Так, вот что получается. Осталось зеленые листики добавить, и мне кажется, все, знаете, лучше враг хорошему. Поэтому вот так вот мне нравится. И сейчас добавлю зеленые листики и закончу. Ну что, все, пряники готовы. Мне кажется, очень даже ничего для такого. Для меня это не очень трудный заказ, ну, то есть один ребенок, один человек не очень трудно, но все равно очень интересно. Цветовая гамма, конечно, от которой я просто балдею. Этот мятный морской волны, ой-ой-ой-ой-ой, как только его не назовешь, но он обалденный. Будем стремиться к совершенству, конечно, но... Мне нравится. Вот это самое главное. И сделано все в хорошем настроении, несмотря на то, что уже сколько там, час ночи. В общем, как всегда, пряники с душой делаются ночью. Так что я счастлива. Мне нравится то, что я делаю. С глазами, конечно, девочка смотрится намного симпатичнее, и глаза нужно учиться, учиться, еще раз учиться. До совершенства мне еще далеко, далеко, далеко.